Ивановская драма становится ближе к зрителю, причем в буквальном смысле. Через 10 лет перерыва в репертуар возвращаются спектакли для малой сцены. Этот формат предполагает, что гости находятся в нескольких метрах от актеров, погружаются в атмосферу постановки и напитываются энергетикой происходящего. Первый такой камерный спектакль — «Жизнь Василия Фивейского» по повести Леонида Андреева. То мы с вами сегодня, люди или черви, человек ты или червь, говорит отец Василий персонажу Трифону, пьянице, развратнику и вору. И этот вопрос постоянно задается каждому из здесь присутствующих. Этот противоречивый персонаж, отец Василий, он провоцирует людей на мысли о том, а как мы живем, во что мы верим, за что мы сражаемся, за своих детей, за своих жен, за свою страну. И если мы сейчас опустим руки, то все развалится, и нас поглотит безверие, и придет Антихрист. Режиссер отмечает, история эта возможна только на малой сцене. Зритель должен окунуться в реалистичную атмосферу и сидеть рядом с героем. Текст и настроение автора повести сохранено, как и эпоха начала 20 века, период перед Первой мировой, ощущение страха и беспомощности перед грядущим в глазах одной семьи. Семьи, которая сталкивается с вечными вопросами, есть ли Бог и как нужно жить. Когда ставится свет, это немножечко другая история, потому что зритель близко, это другие пространства. У нас свет тоже, он не натуралистичный, у него есть форма, это лучи, еще у нас к тому же церковь, такие геометрические часто композиции световые. Вот. И я думаю, что для актеров, конечно, тоже. То есть это для них тоже первый опыт, и то есть это другая немножечко манера игры на зрителя. Увидеть жизнь Василия Фивейского в Ивановском театре лично приехал Александр Пудин. Он адаптировал повесть Андреева для постановки на сцене. Несмотря на тяжелый сюжет, переживания героев сводятся к тихим, почти молчаливым фразам. Благодаря камерному формату зритель сможет увидеть, услышать и прочувствовать все до мельчайших деталей. И сцена должна быть недалеко от зрителя. Зритель должен быть где-то рядом и просто почувствовать, увидеть глаза. Может и шепот увидеть, там не обязательно же кричать. Я надеюсь, что вот сегодня я увижу очень близкие какие-то чувства, в которые можно и поверить. Я надеюсь, конечно, зритель поверит в эти чувства. И если где-то увидит, что отец Василий спасовал перед трудностями жизни, то я думаю, что зритель поймет и простит его слабость. Зрительный зал на сцене вмещает около 100 человек. Во всяком случае, именно такое количество билетов в продаже на спектакль по повести Леонида Андреева. Максим Серебряков, Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.